Сегодня глава края провел селекторное совещание, на котором обсуждали исполнение бюджета региона по итогам 9 месяцев. В зале администрации вице-губернаторы, руководители отраслевых ведомств, на прямой связи главы всех районов и городов Кубани. Никаких серьезных предпосылок для снижения валового регионального продукта быть не может, отметил Вениамин Кондратьев. Сегодня в крае нормальная работающая экономика, сельское хозяйство и промышленный кластер. Поэтому стопроцентная наполняемость бюджета должна быть у всех муниципалитетов. Ведь от этого напрямую зависит жизнь кубанцев. За наполняемостью бюджета стоит выполняемость всех наших социальных обязательств перед нашим населением. И если мы с вами бюджет не наполним, то выполнять обещания просто будет нечем. Прирост доходов бюджета к уровню прошлого года по плану должен быть не менее 7%. Так в некоторых муниципальных образованиях никаких даже 7% плюсом быть не может. Они до уровня прошлого года не дотягивают. Или управлять разучились, или просто устали от того, что нужно работой заниматься ежедневно, с утра до вечера, и подчас, может быть, даже без выходных. Также на совещании говорили о задолженности по зарплате у некоторых предприятий края. Сегодня эта цифра составляет 31 миллион рублей.